Доброго времени суток! В эфире рубрика «Привет, Пушка!» И сегодня коротко, как всегда и внятно, об очень интересном пистолете ЧЗ-75Б. Пистолет, который тоже имеет право называться классикой. Один из самых пробивных ЧЗ-ов, которые взяли на вооружение и в армию, и в полицию, и в специальные силы. Первое впечатление. Вот если держал в руках берету, то она была мне неудобная. Вот как-то не входила она мне в руку, но здесь кажется, что все сделано идеально для стрелка. Пистолет тоже работает по принципу double action, single action. Может стрелять так, может стрелять и так, и со взведенным курком. Но самое интересное, эта модель не новая, это 60-е годы. Ход курка. Точнее, вот это что-то нереальное. Это что-то нереальное. Сказка. Тяжелый, да, тяжелый, но очень удобный. Точно не для скрытого ношения. И да, это вещь, которая будет очень красиво стрелять. Что я могу сказать, дорогие мои? Вещь, которую я сам захочу пострелять и советую попробовать вам тоже. ЧЗ-75Б, 9-й калибр Люгер.